Предлагаем вашему вниманию новый 7-часовой мастер-класс по мастерингу. Это один из самых подробных мастер-классов по этой теме. Мастер-класс ориентирован прежде всего на аудиопрофессионалов и тех, кто хочет ими стать. Этот мастер-класс особенно интересен тем, что в нем содержится подробное руководство по использованию системы метринга и калибровки мониторов K-System, которую разработал один из ведущих мировых мастеринг-инженеров Боб Катц. Используя K-System в своей работе, вы сможете значительно повысить не только качество мастеринга, но и сведения, так как она может использоваться на всех стадиях продакшена. Также здесь вы найдете всю необходимую информацию относительно мастеринга для iTunes. Компания Apple создала инициативу под названием Mastered for iTunes. При соблюдении ряда инструкций, рекомендованных Apple, вы сможете сделать мастеринг, значительно улучшающий качество кодирования трека кодеком AAC, который используется в iTunes. В этом мастер-классе используются современные 64-битные плагины. Также для примера я использовал секвенсор Logic Pro X, хотя вы, конечно, можете использовать любой профессиональный секвенсор. В любом случае, все рассмотренные алгоритмы будут актуальны. Итак, в этом мастер-классе. Частота и разрядность. Выбор средств для конвертации частоты дискретизации. Система Боба Катца K-System. Калибровка мониторов в соответствии с K-System. Использование метринга по шкале K-System. Громкость трека, анализ и методы работы. Спектральный анализ. Эквализация. Психоакустические эффекты. Однополосная и многополосная компрессия. Использование экспандера. Эксайтер. Автоматизация в мастеринге. Стереопроцессинг. Реверберация. Лимитеры, максимайзеры. Дизеринг и нойз шейпинг. Мастеринг в аудиоредакторе Triumph. CD-авторинг, то есть создание аудио-CD. Создание и проверка DDP-образов. Техника мастеринга для iTunes. Ну и в качестве бонуса вы узнаете несколько способов, как можно издать трек в iTunes.